Вера человека, человек, имеет свою роль и свое значение в преображении Богом всего творения. А это означает, что наше призвание заключается в том, чтобы содействовать действию благодати Божией во всем творении. Именно поэтому христианин не может ограничить себя в проявлении своей религиозности только личной или семейной жизнью. Имея возможность мотивировать свои собственные поступки своими христианскими убеждениями в личной, семейной и общественной жизни, христианин участвует в преобразовании творения окружающего мира силой божественной благодати.